Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня 23 мая. Вот такой очень день редкий для нас, когда нет совсем ветра, вот штиль. Хотя у нас практически всегда дуют очень сильные ветра, и у меня многие видео, они вот, к сожалению, иногда бывают запорчены вот этими порывами ветра. Сегодня будет такая вот интересная тема: как бороться с терном, как уничтожить заросли терна на купленном вами участке. Вот есть довольно часто такое, что вот человек приобрел участок, а там все заросло терном. Это может быть и просто одичавшая слива, не обязательно терн. Ну, в принципе, также это может и касаться таких участков, которые заросли другими какими-то подобными также вот деревцами, кустарниками, которые активно дают корневую поросль. И вот распространяются как бы везде, захватывая территорию. Но терн он еще и как бы и колючий, и живучий, и очень как бы разрастается. Так вот, я сейчас вам покажу эффективный метод. Вот смотрите, вот он этот терн. Вот он этот терн. Итак, первое, если кустики терна вот такие небольшие, то берем лопату. Лучше взять вот такую лопату, вот с таким изгибом, но в принципе подойдет и обычная. Ставим лопату вот так вот под углом, движением ноги вгоняем ее чуть-чуть вот на себя, вернее от себя. Так, раз, на себя, вот вниз. И там он подрезается, и вот он уничтожен. То есть вот мы так раз сделали. Ну вот, например, сейчас вот я вам, тут, чтобы не переставлять камеру, покажу дальше. Раз. Ну, думаю, метод понятен. Он довольно так можно довольно споро. Вот я опять же сейчас еще покажу. Вот более маленькие. Раз там. Вот тоже терны маленькие. Опять же там. То есть лопата, она подрезает там его корень гораздо глубже поверхности земли, и терн таким образом истребляется. И лопата вот для мелких она будет хороша, то есть вы лопатой истребите этот терн, а затем нужно будет, если он будет такой еще отрастать, просто косите траву и вместе с ним уже скашиваете вот эти вот зеленые вот нежные росточки, какие будут появляться. Что делать вот с таким, когда вот уже здоровый, его вот так просто не отрыть, вот такой уже. Сейчас я вам покажу. Ну тут его как бы нормально видно. Тут вот уже куча вот этого терна, который я истребил. Так, сейчас я вам покажу дальше. Для истребления уже такого массивного терна, даже если у него будет там в 2 пальца, в 3 пальца толщина ствола, очень хорошо подойдет кирка. Вот кто-то скажет топором, но топор он не создан для того, чтобы вот им в земле ковырялись. И если даже вы будете топором это делать, то этот топор уже будет негоден для нормальной работы, чтобы им там что-то там подрубить и прочее. Вот. А кирка — это именно тот инструмент, который предназначен для земляных работ. Единственное, что хочу сказать, перед тем, как вы будете киркой уничтожать пеньки,
или вот кусты секаторами, вот ну, такой сучкорез с длинными ручками, возьмите его, обстригите. Это вот как бы очень-очень желательно сделать, потому что, ну, он будет вот это вот мешаться все. То есть вы его вот так обстригаете, можно, пусть у него пеньки торчат, ничего страшного. Главное, чтобы вот эту вот верх вот лучше всего обстричь. Итак, кирка. Вот этой лопаточкой острой мы берем вот так и бьем. Бьем мы таким образом, чтобы она его уничтожила, этот терн ниже земли также. Вот видите, вот этот большой он уничтожен. Вот опять же дальше продолжаем. Вот. Также вот уничтожен. И вот этого большого куста больше нет. Он ликвидирован. И вот здесь вы можете увидеть, что никаких пеньков, ничего здесь нет. То есть вот кирка, она углубилась в землю и в земле уже его подрубила. Топором у вас так не получится ловко. Ну, еще могу вот показать на вот этом. Вот так же он уничтожен. Вот. Кирка заглубилась в землю. Что делать, если терн там, вот сейчас покажу какой. Ну, сейчас мы выберем какой-нибудь пенек. Такой прям основательный. Это вот видите, все терн тут мелкий. Но я вам покажу какой-нибудь, извиняюсь. Так, вот пенек. Ну, например, вот этот пенек. Вот. Ну, достаточно толстый пенек. Но он также был срублен. И поверьте, вот и такой вот можно подолбить, и он также пойдет под киркой. Поэтому для расчистки участка это вот лучший инструмент. И потрудившись, вы сможете полностью очистить участок от вот этого всех зарослей терна. Терн, он просто очень эффективно размножается корневыми отпрысками. И поэтому вот можно увидеть, что вот буквально просто здесь вот все-все-все им заросло. Но я вам показал, как лопатой можно уничтожать мелкий терн и как можно с помощью кирки уничтожить вот уже там те пеньки, которые там будут массивные, и они могут быть там даже, ну, и такого диаметра, и даже больше, и все равно с помощью кирки вы этот пенек срубите. Вот. На этом я прощаюсь. Подписывайтесь на канал. До свидания.